В США отметили День независимости. В честь этого знаменательного события со специальных барж в небо было запущено 40 тысяч ракет. Преобладали синие, белые и красные огни, цвета американского флага. Днем в городах прошли зрелищные парады и спортивные соревнования. Барак Обама пригласил в Белый дом на барбекю военных. Собралось более 1000 человек. Президент поблагодарил их за службу Родине и поздравил с праздником. Что делает нашу страну великой? Так это не ее размеры или благосостояние, а ее ценности и идеалы, а также тот факт, что мы готовы за них сражаться. И в преддверии праздника в Нью-Йорке после масштабной реставрации для туристов открыли статую свободы. Сегодня мы чествуем не только тех, кто отдал свои жизни за независимость нашей страны, но также всех иммигрантов, кто построил Америку.